И в начале выпуска об итогах хоккейного матча. «Трактор» сегодня встречался с «Сибирью». Матч проходил в Новосибирске на площадке соперников. И завершилась встреча в пользу хозяев площадки 2-1. Первые минуты встречи остались за черно-белыми. Трактористы создавали у ворот соперника опасные моменты. Черников и Мирнов выходили один на один с голкипером Салаком, но открыть счет на табло не удалось. А вот новосибирцам улыбнулась удача. Ворота Франсоуза пробил лучший снайпер Максим Шалунов. Это его 10-й гол в этом сезоне. 1-0 в пользу хозяев площадки. Вторая 20-минутка сложилась без голов. Наиболее острые моменты у ворот в Сибири создавали Алексей Кручинин и Артем Пеньковский. Но забить также не удалось. Последний отрезок встречи получился насыщенным. Алексей Кручинин отправил шайбу в девятку и сравнял счет 1-1. Выбирать победителя пришлось в серии буллитов. Здесь фортуна улыбнулась новосибирской команде. Итог 2-1 в пользу Сибири. Следующий матч «Трактор» проведет в четверг с новокузнецким «Металлургом». Начало в 17 часов по Челябинскому времени. Прямую трансляцию смотрите на телеканале ОТВ.